Химкинской городской прокуратурой по многочисленным обращениям жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на Юбилейном проспекте, проведена проверка деятельности кальянной, расположенной в подвальном помещении этого дома. Жители жаловались на многочисленный шум, запах табака и скопление народа в ночное время. Выходом на место совместно с органами контроля выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, табакокурении и правах несовершеннолетних. В частности, указанная кальянная располагалась менее чем в 100 метрах от лицея номер 10. По результатам проведенных мероприятий, индивидуальному предпринимателю, владельцу кальянной, внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. Кроме того, деятельность кальянной прекращена, лицо привлечено к административной ответственности.